нас в городе принята программа ремонт 100 фасадов. Сейчас, в этом году мы начали, буквально в июне. И сейчас уже 21 фасад сделан. Сейчас идет работа по 6 домам. Это будет итого 27. И идет сейчас конкурсная процедура на еще 5 домов. То есть по итогам этого года 32 дома. Сейчас у нас рассматриваются варианты домов по улице Казахстан, по проспекту Шакарима. Но это, конечно, уже на следующий год.